Вот новости о Свифте. Перевод закрыли. Так, здравствуйте, дорогие зрители. Сейчас ситуация в мире всем известна. В России закрыли Свифт-переводы. Также наличную валюту невозможно вывозить из страны. На каждого человека 10 тысяч долларов. И по этой ситуации я могу помочь нашим клиентам с переводом денег. У меня есть три варианта вывода денег в Турцию. Первый вариант. В некоторых странах сейчас работает SWIFT-перевод. Я знаю несколько банков в Турции, где можно открыть быстро счет покупателю без ВНЖ. И вы будете через мобильный банк смотреть за вашими деньгами, за всем операцией. Второй метод у нас это даете в одном месте, но там есть комиссия. В каком-то обменнике, там дают данные, вы ждете или в Алании, или в Анталии и забираете моментально. Там дают, здесь забирают. Проверенный канал, все фирма, все легально работает. Есть еще третий метод, он относится к криптовалюте. Я занимаюсь криптовалютой. На данный момент, так как в России сейчас такая ситуация, многие перешли на крипту. Именно на Binance, на биржу Binance. Я занимаюсь купли-продажи, Форексы, в пирамиде системы я не лезу. И вы можете купить там доллары, поставить себе на счет доллары и перевести к нам. А нашим комиссиям я все могу сделать бесплатно. Вы перевезете, я вам даже обналичу их в лиры и передам в лиры. Так как сейчас и карты не работают, ни Сбербанк, там еще какие-то банки, карты здесь в Алании не работают, в Турции, во всей стране. Могу же сам обналичить в лиры и передать вам наличку. Отправите USDT, это стабильный коин, это 1 доллар к 1. Курс не меняется, он стабильный всегда. Можете туда поставить себе всю эту сумму, безлимитная там. Комиссии нету никакой. Отправляйте моментально в любую точку мира. У кого есть счет на Binance или на других биржах, их много, но у нас в основном пользуются здесь в Турции Binance и там потом еще есть. Вот это третий вариант, который можно. Если вы разбираетесь в этом процессе, то легко и просто. А если не разбираетесь, советую уже разузнать про регистрацию на Binance, в других биржах, и разузнать, как делать этот перевод денег. Все, как деньги приходят ко мне на счет или на нашей компании на счет, мы вам комитируем или снимаем еврики или доллары. Там комиссия будет, потому что при транзакции, именно конвертации, там выйдет сумма. Но на Binance самый высокий курс. Даже в банках тут такого курса нету. И в обменниках такого курса нет. Вы можете туда отправить и в самом высоком курсе продать. 24 часа работает, 7 дней. Все, дорогие зрители, я помогу нашим клиентам в процессе перевода денег в Турции без никаких проблем и хлопот. Обращайтесь. У меня есть всякие варианты недвижимости. Есть специальные спецквартиры, которые я не снимаю. У меня есть пирожки, так скажем, конфетки, квартирки, 2 плюс 1, 1 плюс 1, земельные участки. Во всех процессах поможем. Обращайтесь. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, компания Prestige Paradise Алания. Ставим лайки, комментируем, обращаемся. Отвечу на ваши вопросы. Всем желаю радости, здоровья, благополучия и, самое главное, мира на этой земле. Всем пока-пока.